Всем привет! С вами Татьяна. Сегодня 24 апреля. Сегодня у нас Пасха. Я всех поздравляю с этим светлым праздником. Всем желаю здоровья крепкого. Всего самого-самого доброго. И хочу сделать самый небольшой очень обзор. Показать, какие растения меня уже радуют в этом году. Хотя у нас еще холода, еще котел по ночам включаем, потому что там 4 градуса всего. Не знаю, удастся ли снять видео, очень сильный ветер. Вот мои уже груши, смотрите, цветут, еще не вся распустилась. Фундук уже зелененький стоит. Вот, водопад с бассейном у нас еще закрыт. Вот, начнем вот с этого. Смотрите, какой ветроган. Помните, моя туя смарагд, она зимой у меня чуть не развалилась надвое. Снега у нее, ну, на нее навалило, плохо связала. Вот это в самом начале. Птички поют, слышите? Вот такая, она там на горке растет, туя смарагд. Там уже летники некоторые выходят, хосты. Петунник уже понавысаживала. Здесь у меня тоже вот выходят хосты. Вот. Дальше у меня здесь такая небольшая клумбочка. Кстати, петуньки у меня уже вот такие в горшках цветут. Ну, летние, как видите, разные мышиные хвостики, примулы. Розы уже начинают базальные гнать побеги. Вот здесь тоже розы, тюльпаны. Веедела бутончики повыбрасывала. Вот здесь, смотрите, у меня очень хорошо перезимовали мои бересклеты. В прошлом году замерзли, я их хорошо укрыла. И, как видите, очень хорошо перезимовали. Стоят красивые сейчас. Вот такие. Один и второй. Вот. Также здесь молоденький кустик керии. Вот. И вот молоденький кустик один, и там второй есть возле водопада. Это сын мне привез пальмочки, я еще посадила. Перезимовали, кстати, должна сказать, перезимовали хорошо. Ну, летники уже я свою лабелью повысаживала, и петунки. Вот видите, как хорошо развивается. В прошлом году, который совсем замерз, этот кустик, в этом году он прям хорошо растет. Боюсь даже, чтобы его ветер не растрепал. Вот так, ветер очень сильный. Там у меня грядочка под огурцы, но огурцов пока нет. Я там два ведра поставила ампельные помидорчики. Видите, уже они вот, вот такие уже ампельные помидорчики. Они уже с завязями. Вот уже по много завязи есть и на одном, и на другом. Вот здесь у меня я посадила молоденькую, она только вот зиму перезимовала. Березка будет вверху у меня такая. Там виноград обрезанный. Здесь и вторая у меня такая клумбочка. Вот большая роза у меня здесь. Забыла, как она называется, но это потом о розах. Смотрите, яблоня, это летняя, цветет вовсю. Это августовская. Она как раз на спас. Вот эту розу я пересадила недавно, вот месяц назад. Вот такая клумбочка здесь. Ну, здесь у меня большой можжевельник. Сейчас мы его обойдем. Вот так. Большой можжевельник у меня за грушей. И здесь она заканчивается, моя гортензия. Вот крупнолистная, как видите, перезимовала, уже раскрыла ее. Она перезимовала. Ну вот, на следующей стороне дорожки у меня, смотрите, тоже то, что сын привез, очень красивую, побольше она чуть, пальмочку, тоже забыла, как называется. У меня там цветут летом, я вам показывала, юки, три юки. За ними там у меня плетущиеся розы, одна, вторая, в общем, пять роз у меня там. Вот здесь, смотрите, что значит, кроме тюльпанов, вот такие красивые рябчики. Здесь у меня два больших куста будет тоже хосты. Здесь туйка смарагд маленькая. Вот. И что еще? Вот они весенние, видите,
мышиные хвостики. И самое главное, керри. Но здесь другая совсем. Здесь, видите, она махровая. Там я вам показывала, она не махровая. А здесь она махровая. Вот. И сюда вот я пересадила большой куст. Вот такой. Это пузыреплодник. Здесь вот ему будет красота. То я посадила в тени. Пришлось вот пересадить. Ну и здесь дальше под вьюшками, у меня две вьюшки, видите, красная и белая вместе. Здесь же я сюда пересадила вот такое растение, которое зацвело. Это аукуба. Она вот у меня зацвела, если вы увидите, вот такие маленькие-маленькие у них. Вот, смотрите, какие у нее. Но это они только-только выдают, они вообще будут красные-красные такие коробочки, вот так цвести. И рядышком тоже керри, но здесь уже она вот такая лютики, то есть не розочками, а вот такими лютиками, как бы простыми цветочками. Ну, тоже очень красиво смотрится, потому что желтенькая. Вот. Ну, здесь у меня только выходит голубая хоста, здесь только-только не видно. Только-только выходит. Ну и вот здесь у меня уже парник. Вот видите, я несколько томатиков, 10 я высадила. Они у меня уже здесь, смотрите, Верочка какая. Видите, они у меня уже вот позавязываются. Одна кисточка, вторая позавязалась. Вот третья здесь опыляется. Четвертая, видите, недавно высадила, но недельки, ну дней. Ну, недельку назад, не помню точно. 10 кустиков Верочка. Здесь вот Санька цветет. Здесь Кривянский у меня цветет. Вот здесь Богата Хата цветет. Ну, и не все еще повысадила. Потому что, видите, вот то, что в ящиках, это я буду послезавтра еще досаживать. Ну, а сюда вот с этой стороны у меня вот тоже высадила на новое место. Это два самшитика. Вот два самшитика у меня. Они были у меня тоже под той росли, она то и разрослась, и им было очень тесно. Я пересадила сюда. Вот, рядышком с двумя можжевельниками. Посередине там у меня барбарис красный, там колючий. Так, солнышко вышло, теперь уже, наверное, не сниму. Ну что ж, около высокой грядки клумбочки вот такой. Здесь вот еще есть пионы, которые уже выбросили бутоны. Видите, плохо видно. То солнце, то дождь, то ветер. Сейчас ветер стих, ну прям потемнело. Дождь, наверное. И здесь у меня уже розарий вот такой, где-то из 20 роз. Вот такой розарий. И рисы я между ними посадила. Вот, высадила уже бархатцы, как видите. Вот, петунки уже, которые черенковала, видите, они уже все на бутонах уже зацветают. Ну, вот пионы и розы. Много роз. Здесь порядка 20 роз. Вот. И большие, и поменьше. Ну, в общем, много. Много-много роз. Остильбочку там хочу показать. Вон там остильба. Вот, это у меня летняя, я говорила, яблоня. Она в августе, в августовской. И вот там у меня вон там это молодая, но уже большая семеринка, очень вкусная зимняя яблоня, вот там в углу у меня растет. Ну вот, наверное, в принципе, и все. Такой очень небольшой такой обзорчик, что ли. Просто уже, видите, все цветет. Тюльпаны, это только первая волна, она еще будет вторая и третья. Три волны тюльпанов у меня. Ну, в общем, смотрится сейчас все очень красиво. Я что хочу сказать, что март был у нас очень холодный. Вот, а потом немножечко потеплело, я бегом-бегой пересаживать успела. 15 кустов все-таки пересадила на другие места, чем очень довольна. Все, мои хорошие, наверное, все. Конечно, не каждое растение показала. Растений там много, разные лилии, много очень восточных лилий. Вот такие. Но уже это я не показала. Просто бегом пробежалась так. Конечно, очень красивая керри. Мне вот нравится вообще. Так, это на первый год. Я ее в прошлом году только посадила. На первый год вот так цветет. Очень красивая.
Все, мои хорошие, всем красивых цветов, хорошего настроения, прекрасного праздника, светлой Пасхи. Всем пока-пока.